А теперь давайте поговорим о покаянии с библейской точки зрения. Первая составляющая покаяния, интеллектуальная составляющая, называется обличение. Вот Петр проповедует Евангелие, Деяния 2:37. Услышав это, люди умилились сердцем. Это есть обличение. А весть об Иисусе Христе, о том, что Иисус и есть Христос, Он жил, Он принял смерть, Он воскрес из мертвых. Вот эта весть пронизала сердце слушателей. И они задают вопрос, что нам делать, мужи-братья? Далее интеллектуальная составляющая, озарение, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И, наконец, третья составляющая — принятие. Как раз она связана с движением человеческой воли. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Все это происходит в сердце. Знаете, порой мы начинаем менять людей снаружи. Бог говорит, нет, не получится. Бог говорит, надо менять человека изнутри. Вот, собственно говоря, и здесь, в сердце человеческом, происходит высшая и главная битва. И чтобы выиграть в этой битве, человек должен понимать, кто такой Христос и что Он сделал, что Он совершил. Далее, нужно быть уверенным, что я дитя Божие, что Христос привел меня к себе, что я действительно имею жизнь, жизнь вечную. Вот это должны пройти все. Не просто слушать лекции, не просто иметь какие-то интеллектуальные представления, но ясность понимания того, кто такой Христос, ясность понимания, что вы дитя Христово, чадо Божие, ясность понимания того, что вы имеете вечную жизнь. Вот это обращение. Но поймите, пожалуйста, что обращение не только происходит в сердце, преображает сердце. Бог дает нам новое сердце. Иезекииль, 36 глава, 26 стих. Бог говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вот это и есть подлинное обращение. Бог буквально поселяется в нашем сердце. Именно поэтому мы говорим, «Прими Иисуса в свое сердце». Что это значит? Вот то и значит, что Бог буквально поселяется в нашем сердце. Он ставит на нас свою печать. Мы теперь принадлежим Ему. Бог дает нам Духа Своего Святого как гарантию, как залог всего того, что Он обещает нам. В качестве такого залога Дух Святой вечно пребывает в нашем сердце. Вот это и значит принять Иисуса Христа в свое сердце. Бог подтверждает в наших сердцах, что мы дети Его. Послание к Галатам 4:6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава, Отче». Вот это и есть свидетельство Духа Божия. Я иногда людям задаю вопрос, вот в вашем сердце вы ощущаете свидетельство Святого Духа? Я понимаю, что есть знание, оно объективно, но есть также субъективное свидетельство Святого Духа. Я понимаю, что оно субъективно, но есть оно у вас или нет? Бог дает нам знание, Бог дает нам Своего Духа Святого, который живет в нашем сердце. Бог изливает на нас свою любовь. Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божия излилась в наши сердца. Я знаю это на себе. Дело в том, что до обращения я не склонен был вообще кого-то любить. После обращения я полюбил и Бога, и других людей. В момент покаяния с нами происходят и другие перемены. Один богослов посчитал и насчитал 32 перемены, 32 изменения, которые происходят в нас, когда мы принимаем Иисуса Христа и называем Его своим Господом и Спасителем. Это здорово. Но самое главное в
в том, что всю эту работу, все это действие делает Бог. Бог меняет наши сердца, Бог дает нам новое сердце, Он живет своим Духом в нашем сердце, Он подтверждает, что вы чадо Божие, Он показывает вам, что вы любимы Богом. А теперь вопрос. А вы? Вот вы действительно покаялись? Вы в этом уверены? Во втором послании к Коринфянам 13:5 мы читаем: «Испытывайте самих себя, вере ли вы». Вы действительно в вере? Вы действительно возрождены Духом Святого Бога? Действительно ли у вас новое, преображенное сердце? Большинство из вас действительно покаялись, иначе бы вы, наверное, эту лекцию не слушали. Но если не покаялись, то я вас призываю, обратитесь с верой ко Христу, к тому Христу, на которого Бог Отец возложил ваши грехи. Примите Его своим Господом и Спасителем. Кстати, при этом не решатся автоматически все ваши проблемы. Мои проблемы уж точно не решились. И часто бывает, что человек знает, что он христианин, но сердце его все равно смущается, сердце его все равно в беде. Есть и второй этап, второй важнейший этап. Он происходит практически со всеми людьми, особенно с теми, кто покаялись еще в детстве. Я, кстати, считаю, что в детстве покаяться можно. Есть люди, которые в 5 лет приняли Иисуса Христа, и после этого уже ни разу не усомнились. Они хотят знать Христа, они хотят приближаться ко Христу. Они в детстве приняли Иисуса Христа и назвали Его Спасителем. Но вот наступает второй этап. После того, как мы уже обратились, наше сердце порой может смущаться, в сердце могут быть проблемы. Почему это бывает? Есть одна причина, о которой мы будем говорить на следующей лекции. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.